стандартный, как бы, скуф рыбак, который... То есть есть люди, которые, ну, допустим, очень медленно соображают, просто невероятно медленно. И люди даже, бывает, там, пальцы, не знаю, как называется. Если ты говоришь, типа, смотри, здесь зажимаешь, я говорю, медленно, то есть я там на видосах говорю быстро, на стримах же, на уроках, в стриме говорю очень медленно и спокойно, что смотри, зажимаешь здесь безымянным пальцем на шестой струне седьмой лад. А в этот момент указательный лежит на пяти струнах вот здесь, на пятом ладу, и глушит. Вот такая получается конструкция. Здесь безымянный, здесь указательный. Вот я дал, как бы возникает информация, возникает пауза. Человек что делает обычно? Большинство подавляющее. Вот так? В этот момент я пока еще, как бы, ну, говорю, типа, нет, смотри. Еще раз. Безымянный палец на седьмой лад, указательный на пятый. Вот так вот. Сейчас. Что-то не понял. Сейчас. Тогда я, ну, как бы, начинаю говорить, смотри, давай я поучу, как называются пальцы. Это называется указательный. Это... Да-да, Юрий, сейчас я туплю, заступил. Да, и так далее. Вот, как бы, такая, вот такой человек, естественно, не выйдет за 3 месяца на уровне Хэмита никак. А когда приходят именно четкие, такие бывают, естественно, таких людей меньше намного, да, когда четкие, быстрые, умные. То есть вот такой выйдет, которым, допустим, только он начинающий, да, пришел первый урок с гитары, не знаю, даже там как хамбакер, синг, вообще ничего не знает, просто ноль. Ты ему объясняешь конкретно, даже смотри, вот медиатор, значит, там все это медленно показываешь, ставишь, он берет, пробует, допустим. А, Юрий, извините, а такой вопрос, почему такой получается, как будто как скрежет звуки? Вот у вас такой звук четкий, а у меня как будто скрежет. Я говорю, смотри, это из-за нехватки меткости, поскольку рука пока не понимает, где находится струна, и она пытается подстраховаться, лечь на нее и только потом сдернуть. А тебе нужно сделать по-другому, тебе нужно замахнуться и постараться попасть четко вот так вот, самым кончиком. Окей, Юрий, я понял. Значит, сейчас попробую. Так, пока скрежет есть, сейчас. Вот, чуть получше, да, вот так? Да, естественно, ты сейчас суперзвук не получишь, но идея правильная. Окей, вот, буквально пару минут, и человек уже хотя бы понял мысли, и уже как бы в этой степени как бы Хэмита обогнал. Проходит 3 урока, он уже сидит, садит, допустим, там. Не так, конечно, да, то есть он не будет прям падать мощно, но уже вот так. Потом, не знаю, какая-нибудь левая рука добавляет, там, не знаю, гамму играет. Сначала все, конечно... Нет, что такое звук какой-то сзади? Неприятный писк. Я говорю, смотри, это из-за того, что ты указательный палец ставишь вот так вот параллельно ладу, надо ставить его по диагонали, вот так вот, и первую струну не поджимай. Смотри, как это будет отличаться. Вот так это неправильно. И у тебя первая будет все время гадить. То есть грязь идет в том случае, когда ты струну или прижал, или полностью отпустил. Если ты касаешься слегка, то она фонить не будет. А, окей, Юрий, понял. Ну-ка еще раз. Так, слышу, да, писк. Все, понял. Окей, все, убрал. Вот. Хорошо, все, я понял, Юрий, дома отработаю. Все, вот такой человек, естественно, Хэмит умоет за 3 месяца, и все. Поэтому в этом весь спор. То есть нормальные, умные, упоротые по гитаре ребята, которые хотят играть, они Хэмит вынесут за 3 месяца или даже раньше. Обычные скуфы, рубаки, как бы, и так далее, нет, конечно. Поэтому это так работает. И вот, как бы, все дебаты.